страх заболеть коронавирусом у каждого из нас. За наших близких, за тех, кто уже переболел коронавирусом и думает, как же теперь восстанавливать утраченное здоровье. Я прошла эти стадии, потому что сама болела коронавирусной пневмонией и после этого тщательно выбирала санатории, где могу восстановить здоровье. Сейчас я нахожусь в санатории «Затишье» Брянская область. Между Москвой и санаторием одна ночь на поезде. Для меня это очень удобно. Чем мне понравился этот санаторий? Три скважины, которые охраняются государством. Благодаря этим скважинам я здесь принимаю ванны, ингаляции и принимаю внутрь минеральную воду. Три вида воды, позволяющие мне восстановить здоровье и вымыть токсины. Что еще мне здесь понравилось? Территория 20 гектаров. Сочетание русской природы с комфортабельными номерами. Также понравился состав врачей, подбирающих для меня лечение. Мне понравились процедуры, огромное количество процедур, которые позволяют не только восстановить здоровье, но опять же таки есть процедуры, направленные на красоту. А какая женщина не согласится еще и стать краше после того, что ей предлагают врачи? Здесь хороший отдых с детьми, потому что можно отдыхать как совместно проживая с детьми, так и отдельно, отправив ребенка в пионерский лагерь, который находится здесь. Ну, наверное, это не пионерский, это детский лагерь, находящийся 400 метров от основного корпуса, где вы будете проживать. Какое можно выбрать проживание? Можно жить в комфортабельных корпусах, а можно жить в отдельных коттеджах. Все, что хотите, все для вас здесь есть. Можно взять на прокат велосипеды, палки, играть в теннис. Для тех, кто любит спорт и активный образ жизни, это все есть. И еще здесь хорошо организован досуг. Можно узнать русскую природу, русские традиции. И, наверное, я думаю, что вы сможете для себя открыть много интересных мест, о которых вы еще не читали и не знали. Также для тех, кто проводит конференции, те, кто планирует свадьбы, с огромным удовольствием вы здесь это все проведете, потому что есть зал, есть место, все для того, чтобы это было событие для вас запоминающимся и полезным. Но что еще вам сказать? Я очень рада, что оказалась здесь. И если бы не коронавирус и закрытые границы, я не знаю, когда бы я смогла для себя открыть этот санаторий. Спасибо ковиду. Благодарю закрытые границы, потому что я теперь здесь. И так же, как и те, кто приезжает сюда много-много раз, я, наверное, понимаю, что для меня это первый раз, а приеду я сюда еще много и часто. Присоединяйтесь.